вертолет на земле. Видишь, Меринов? Что за фигня? Снайпер Меринова. Кажется, нет. Что там такое? Кажется, это Карл Мэддокс. Со сделкой. Возможный элемент неожиданности. Ни одному это кажется чертовски знакомым. Слышу тебя, но мы должны почистить все хвосты, хотя бы ради Келлера и его парней. Наверное, здесь я должен рявкнуть «Ура!». Так что чего бы я там ни думал, ура, братан. Замри. Есть контакт. Храм наверху. Видишь его? Угроза ликвидирована. Ладно, выдвигаемся. Кто-то идет. Спрячься за колонной. Тот, что справа, твой. استمر في هيامك وأحلامك إلى أن تستقر رصاصة أمريكية في بطنك. ليروني ما عندهم. سبق وأن تلقيت رصاصة. فالناطل عدو يستبق. хорошо, выдвигаемся. врываемся и защищаем по твоей команде. Коул. Сложно представить, сколько в храме ходов. Никуда не лезь. Да, очень тесный. Черт. Нужно постараться снять одним выстрелом как можно больше. Присмотрись, может, на ком-то есть гранаты. أنت تكلم لا حركة يا سيدي وصلتنا بلاغات عن وقوم مصابين في عدد مؤقت لكن بدون معلومة مؤكدة عن طبيعة الخطر عليكم بالتركيز اليوم لا أريد أن يشغلكم أي شيء عن قطاعكم اليوم من أنت لحق الجحيم؟ انتبه إنه مختبئ
Хорошо получилось. Идем дальше. Массового уничтожения с нами. Ветер, конечно, на время займет пилота, но нам все равно нужно спешить. Давай-ка посмотрим. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Вот дерьмо! На земле! Ко входу в башню приближается солдат. Не дай ему до нее дойти. Погоди немного. Движутся к нам. Давай-ка посмотрим. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Вот дерьмо! На земле! Ко входу в башню приближается солдат. Не дай ему до нее дойти. Цель справа. К центральной площади подходит патруль. Затаись на время. أعود وأقول طالما أنهم يتقاتلون فالفرصة قائمة لجميع المقاتلين. هل عملت في الهند أو باكستان من قبل؟ أنا؟ لا. كنت في تاجيكستان قبل قدومي إلى هنا. Они расходятся по сторонам. Приготовься. Начни вон с того бездельника. أغلب المهام تأمين الموقف. Он готов. Теперь нейтрализуй второго. Один вышел из середины группы. Самое время его снять. Не горячись. Жди момента. Давай, стреляй. Остались три солдата у алтаря. Нас поджимает время. Убей двоих одним выстрелом. Ну, а левый мой. Отлично сработано. Уходим, давай.
Есть, давай в укрытие. Снайперы наверху, на стене храма. Все вроде чисто. Нужно покинуть открытое место. Рейзер 32. Это Гэмбл 21 лично. Вертушка с интересующим нас лицом вот-вот сядет. Нам нужно, чтобы вы поскорее оказались внизу. Прием. Гэмбл, мы вынуждены засели на главной площади храма к северу. Скоро будем у вас. Хорошо. Информирую вас, что если не будете успевать, то Юниформ разрешил вам вступать в бой по готовности. Этакий гнев небес получится. Мы будем рады помощи. И не пойте там пока Аве Мария, парни. Вот скоро с неба огонь обрушится. Будет самое время. Слышу хорошо, Рейзер. Кажется, нужно действовать, пока они не закончили. Хорошо. Потихоньку заходим. Проверь по углам. Один крадется. Цель на 12 часов за углом. Оставь его мне. Машина, спрячься. Похоже, нас не заметили. Пусть едет. Враг впереди. Все чисто, идем. Одна цель на ногах. Жди, пока он будет в слепой зоне, и вперед. Все, нам хана. Помоги-ка мне, Коул. Кажется, нужно подниматься. Живей, не сутки же нам тут торчать. Вертолет на земле. Видишь, что он? Что за фигня? Снайпер Меринова. Кажется, нет. Что там такое? Кажется, это Карл Мэддокс. Прямо на нас. Андерсон, кабина повреждена.
повреждена. Стреляй через нее. Что там творится? Учитывая особенности района, Мэддокс приготовит себе кучу удобных и защищенных позиций. Будь осторожен. Ладно, выдвигаемся. У нас часы тикают. Буквально. Я пойду первым. Все не могу поверить, что Мэддокс живой. Блин, как будто опять грёбаная Сараева. Зато никаких чемоданов, набитых чистыми купюрами по 100 баксов. Он не из-за денег. У моста очень оживленно. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Неплохо. Все чисто. За мной. Район чист. Пошел, пошел, пошел! Ты замечательно смотришься в моем прицеле. За мной не поднимайся. Это тебя запах капусты воскресил? Задницу тебя и твои прощальные речи. В этом мире или ты первый номер, или кранты тебе. Как он к нам вклинился? Это твой новый наводчик, Кол. И, кстати говоря, ты выглядишь как конторская крыса, нацепившая новенькую форму, говнюк. Просто пока руки об тебя марать. Не смог? Или не захотел? Целиться так и не научился. Чего ты держишься за винтовку, как за хрен? Сказано для пятилетнего. Ну да, шавка дяди Сэма. Лаешь ты до сих пор куда круче, чем кусаешь. Помнишь свою команду на Филиппинах? Келлер и Гомес, так что ли? А так, слышал, как они орали по рации, умоляли им помочь, когда я всех мочил. Ублюдок. На этот раз дело до конца доведу. Мать твою, впереди открытое пространство у нас шлепнет. Ставлю завесу, будь готов действовать быстро. Хорошо, пошел. Мне так еще легче за тобой наблюдать. Я понимаю, что ты хочешь мести, но биологическое оружие? Представь, сколько людей погибнет. Даже у жадности должны быть свои пределы. Да ты вообще ни хрена не понимаешь. Лежать в этом богом забытом болоте. На этой полоске земли множество целей. В хижинах на 12 часов, судя по всему, снайперы. Их слишком много, чтобы идти в лоб. Нужно их отвлечь. Если взорвать ту канистру, то огонь быстро распространится. Это нас выдаст. Но зато Мэддокс ничего не увидит. Вот это тот хитрый сукин сын, которого я знал.
Все хорошо. Тихо и незаметно. Совсем никого. Не нравится мне это. Осторожно! Еще снайперы на вышках. Хорошо, пошел. Сюда, давай! Давай разделимся. У Мэддокса появится новый повод для беспокойства. Я слева, ты справа. Нужно его окружить, давай. Осторожно. Он в той башне. Я вижу наверху пару бочек. Пора нам расквитаться. Коул. А вот и ты. Вашу мать! Сукины дети! Мэддокс прекратил огонь. Наверное, меняет позицию. Теперь наш шанс. Поднимаемся. Идем дальше. Внимание, снайпер. Башня на 11 часов. Вторая цель на 10 часов. Следующий на час. Осталось двое, постарайся их завалить. Хорошо, со мной.
Мэддокса не вижу, но во дворе разворачиваются несколько минометных расчетов. В первую очередь нужно нейтрализовать эти минометы. Первая команда минометчиков 550 метров. Готово. Вторая справа от статуи. Уничтожь минометы. Все минометы нейтрализованы. Черт побери, что теперь? Он шлет снайперов. Сам их тренировал, как ты меня когда-то. Ирония судьбы, да? Ну, проверим, кто кого. 12 часов, 700 метров. Между скалами 670 метров. Башня слева примерно 1000 метров. Дерьмовое было шоу. С меня хватит. Пора толстой леди спеть для тебя, Андерсон. Ты слишком много болтаешь. Стареешь, капитан. Трудно поверить. Это не должно было так закончиться, приятель. Юниформ. Это Рейзер 32. Мэддокс убит. Это точно. Теперь займемся контейнером. Рейзер 32, доложите обстановку. Обстановка — полная задница. Принято. Хорошо сработал, капитан. Но все равно ты засранец. Взаимно. И что это было? Плохой выбор, ошибка. Больше я ее уже не повторю. Кстати, тебя кто-нибудь дома хоть ждет? Моя винтовка — мой лучший друг. Она моя жизнь.